И получается, загвоздка в том, то, что вы не сможете использовать полноценно когти, как основную часть, то есть 1000 токенов вы получаете в первую очередь, и вы можете использовать их полноценно, в отличие от бонусов в виде коэффициента. То есть, например, если вы получите, опять же, 1000 токенов за $100, вы их можете полноценно использовать. Что говоря о других, то есть вы можете продавать на биржах, что хотите делать. А что говоря о торгователях, а что говоря о коэффициенте, то вы не можете их использовать, к сожалению, они будут заблокированы, скорее всего, на смарт-контракте до 31 июля 2017 года. Конечно, если я не ошибаюсь, да, то есть до конца июля следующего года. Вот же опять, как мы видим, уже где-то с середины... Получается, с середины следующего месяца уже порядком серьезно уменьшаются коэффициенты. Вот так. Вот также вы можете ознакомиться с другими метриками. Также вот тут опять же пишут блокировку. Вот тут финансовые прогнозы биржи. Тут описывают биржу, их объем на 24 часа в биткоинах. И вот прогноз объема торгов на по теории, там 20 биткоинов месяц, вот так же получается. Также тут будут писать доходы там с комиссии, то есть увеличение ценности токена. Вот, тут вот все эти метрики очень подробно описаны, тут даже кварталы, теории по каждый квартал, то есть осень, лето, зима, весна, все это описано. Вы можете подробно ознакомиться с документацией, так как у меня ограниченное время, не думаю, что его нужно тянуть и рассказывать все так подробно. Вы сами можете ознакомиться с официальной документацией. Думаю, мы рассмотрели основные моменты, в особенности с точки зрения ICO.